Региональный материнский капитал можно будет потратить на проведение газа в дом. В этом году сумма, которую в Омской области выплачивают по рождению третьего ребенка, составила 138 тысяч рублей. В отличие от федерального материнского сертификата, областной был проиндексирован и стал больше на 7 тысяч рублей. Напомню, его можно было потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, а теперь вот и на газификацию жилья, в том числе и многоквартирных домов. Чем больше людей будет охвачено желание провести газ к себе, тем дешевле будет соответствующий проект. Область подводит до села, а внутреннюю разводку за счет на сегодняшний день населения. И население сбрасывает деньгами, делает проекты и так далее. Но мы сами понимаем, что самый дешевый там проектик там, и самая дешевая сумма сегодня танцует от 50-70 тысяч рублей.